По данным Казгидромета, частота и количество катаклизмов в нашей стране многократно увеличивается. Если в 2015-м на территории страны произошло 11 тысяч опасных природных явлений, то уже в прошлом их стало больше на 1 000. За июнь синоптики наблюдают 4-кратное увеличение количества гроз. Зачастую небесная стихия сопровождается шквалистым ветром, причем все чаще штормовые ветра переходят в ураганные. Так накануне было и в Восточном Казахстане. Процесс сопровождался с прохождением и усилением холодного фронта и развитием вертикальных конвективных облаков, которые привели к возникновению шквального ветра и сильного ветра.